Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин «Белая лисица». Меня зовут Елизавета Клементьева. Сегодня в нашем обзоре мы рассмотрим летний головной убор производства ижевской компании «Хольстер». Компания «Хольстер» – это крупное пошивочное предприятие, расположенное в оружейном центре России, на котором производят одежду и аксессуары для охотников, рыболовов, а также любителей активного отдыха. Казалось бы, сам Бог велел, чтобы в Ижевске было такое предприятие. Но почему-то в нашем городе ассортимент продукции «Хольстер» на сегодняшний день не представлен должным образом, так как ижевское оружие. Мы считаем, что это не совсем правильно, так как качество продукции стоит на высоком уровне. При этом ассортимент и модели, выпускаемые компанией, в некотором роде уникальны на российском рынке. Рассмотрим одну из них. Это классическая бейсболка с застежкой сзади. Из смесовой ткани. Хлопок 35%, полиэфир 65%. Расцветки лес. Казалось бы, обычный головной убор для охотника. Чем он нас заинтересовал? В данной бейсболке имеется необходимый каждому, повторюсь, каждому охотнику, рыболову и туристу аксессуар. Это фонарик. Он вшит в козырек бейсболки и состоит из 5 светодиодов. Провода от светодиодов проходят по внутренней части козырька через полуналовник к элементам питания, которые находятся в специальном отсеке, запирающемся внутри с помощью липучки. Элементов питания 2, они входят в комплект. Это 3-вольтовые литиевые батареи CR2032. За счет того, что батарейки плоские, мы не чувствуем их при ношении головного убора. Сейчас мы их вставим. Не ясно, сколько времени будет работать фонарик от таких элементов питания, но сейчас фонарь горит довольно ярко. Насколько ярко он светит в темноте, я покажу вам в конце видео. И думаю, если на природе у вас произойдет потеря основного источника света, силы батарей на время устранения неполадок хватит. И также, конечно же, это зависит от качества и производителя элементов питания. Общее впечатление. Мы познакомились с очень интересным и нужным товаром от ижевской компании «Хольстер» – бейсболка со встроенным светодиодным фонариком. Сама бейсболка изготовлена из качественного материала, приятной камуфляжной расцветки, правильной формы, жестким полукруглым козырьком. Сшита качественно, нет торчащих ниток и кривых швов. Имеет нужный аксессуар – светодиодный фонарик, работающий на 2 литиевых батареях. Нам очень нравится качество продукции и ассортимент компании «Хольстер». Пожалуйста, пишите, что вы хотите увидеть еще в наших обзорах, а мы будем стараться делать их для вас. На этом наш обзор закончен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ссылки на интернет-магазин и группу ВКонтакте вы найдете в описании к ролику. Всем спасибо!